Друзья мои, всем добрый вечер. Я заехала с детьми погулять в аутлет. Аутлет Пуля Вилаж. Пройдемся немножко по магазинам. Посмотрите, какая приятная атмосфера. Играет негромкая музыка. Тут полно зеленых каких-то насаждений, малых архитектурных форм. Мне очень здесь нравится. Ну что, зайдем в несколько магазинов, куда мне надо заглянуть. Покажу, что там будет интересного. Девчонки, я зашла в Calvin Klein. Смотрите, какие у них хлопковые свитера. Такой 70. Джинсики. €70 джинсы. Вот такая форма. Такой вот тоже симпатичный хлопковый свитер. €63 сейчас. Смотрите, какое джинсовое платье у Calvin Klein есть. Джинс достаточно мягкий. Цена сейчас €91. Вот эти платья с другой стороны. Такие сумки. Это все искусственное. €84 сейчас такая сумочка. Смотрите, какая у них тут одежда. Это домашняя одежда или это пижамка, я не могу понять. У нее есть мешок свой собственный для хранения. Вот такой вот комплект. Хлопковая футболка и хлопковые брюки широкие, свободные, комфортные. Здесь такой комплект висит. Ну, это не комплект, это отдельно все можно купить. Свитер хлопковый €63 сейчас. И жилетка. Жилетка. Они разных цветов есть. Вот это такая черная, я видела еще молочная. Жилетка 126 сейчас. Здесь рейл со скидками. Вот такая вот коротенькая кофточка. €30 сейчас. 95% хлопок. Очень симпатично. Размеры вот интересно какие. XXXXXL. На меня что ли? Так, здесь на скидках еще юбочки. Тоже €30 почти. Тепленькая. Это хлопок будет. Такой, знаете, как свитера делают. Как фельпы. Как толстовочки делают с такого же утепленного хлопка. А это вязаная. Вот это 58 стоит. Тоже хлопок. Здесь 100% хлопок эта юбочка. Calvin Klein Jeans. Коротенькая, симпатичная. Девчонки, смотрю куртку. Это тоже супер скидки уже. Последние. Здесь ремень такой. Цена сейчас €88. Это уже, видите, минус 50%. Размер. Большой размер. О! Хотела руку в карман засунуть, не засовывается. Пальтишко нашла на рейле со скидками. €60. Наполовину шерсть, наполовину полиамид, по-моему. Такое, как рубашка, да, такая объемная. Такие короткие куртки по 119. Calvin Klein Jeans. СК. Полиэстер. Здесь мужские куртки висят, большие, объемные. Тяжеловатые такие. Ну, я думаю, там набивка искусственная у них у всех. Ну, просто что, стильные, прикольные куртки. Такая прям это, как голографическая какая-то, как голограмма.
куртка висит за 75 евро. Смотрите, какая. Да, конечно, внутри все полиэстером набито, но она такая красивая. Мне очень нравятся буквы. Мне нравится, как она выглядит. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy. Девчонки и мальчишки, зашли мы в магазин Линд. Это фабрика, знаменитая марка шоколада Линд. И вот кто из Белоруссии? Хотите сюрприз? Смотрите. Ничего вам это не напоминает? Пишите в комментариях, белорусы, что вам напоминает? Мне как-то очень сильно напоминает дизайн шоколадок, упаковок шоколада. Не то от коммунарки, не то от Спартака. Вот прям... Один в один. Если не будешь брать, разолей. Если хочешь. Ой, какие, смотрите, наборчики. Смотрите, какие наборчики классные, ребят. Ой, какие наборчики. Вот, вот это прикольно. Сейчас мы и купим этих конфет. Смотрите, какие наборы, Вань. Вот класс. Мини-конфетки. Смотри. Будем мороженое. Сейчас такой маленький набор 7 евро, а большой 11 сейчас стоит. Мини-конфетки. А, это не шоколад, это пластиковое яйцо. Пластиковое яйцо. Но там есть шоколад. Вкусно пахнет. Милое, приятное место. Поэтому местные обожают приходить сюда погулять. Под ненавязчивую музыку, посидеть в баре, посидеть в ресторанчике, погулять по магазинам, пошопиться или просто полюбоваться, что тут есть сегодня интересного на скидках. Или просто пришло какая-то предыдущая коллекция, приехала в аутлет. На этом я видео заканчиваю. Надеюсь, что вам было интересно. Если это так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И увидимся с вами очень-очень скоро в следующем видео. Чао-чао, тути, всем пока-пока. Check the mic and make sure it sound right, boys.